Здравствуйте, как ваше настроение? Здравствуйте, очень хорошее настроение и впечатление тоже об этом конкурсе. Это очень радует. И скажите, пожалуйста, пару советов участникам. Вы знаете, я очень много принимаю участие в различных конкурсах и фестивалях, и как бы и членом жюри, и организатором фестивалей. Хотелось бы отметить, что вот американизация таких все-таки английского языка происходит, и у нас тоже здесь в Эстонии. Я считаю, что это не совсем правильно. Мне очень понравились песни, белорусские песни. Может быть, я 100% там до конца не понял, что там может быть смысл, да? Но, скажем, 80% это понятно. Это тоже родной язык для славян. И номера очень были хорошие, на хорошем уровне. Я хочу сказать, ребята молодцы, родители молодцы, педагоги молодцы. И впечатление такое общее, очень хорошее, позитивное. И хотелось бы отметить, в общем-то, потрясающие костюмы. Спасибо.